Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре Mudrunner, с вами Егор, и мы продолжаем прохождение модовой карты под названием Шебир от автора Blood Rage. Осталось у нас 3 лесопилочки, сегодня поедем. Покатаемся МАЗом 535, КАМАЗ 4310 и КРАС 255Б, по-моему, там модовый. Так, друзья, сейчас посмотрим, какие у нас лесопилки остались незагруженные. Ага, вот. Одна. Точно. Я вообще не в ту степь смотрю. Ну, то есть, машина не то направление выставил. Здесь все у нас КАМАЗ. Да, вот у нас. Раз, два. Два и три. Так, ну... Сейчас развернемся, выйдем на эту дорогу и поедем к этой лесопилке. Как мне к ней доехать? Блин, тут река. Вообще по красоте, блин. Да не знаю сейчас. Ладно. Поехали, не буду вас томить. Сейчас выставлю. Знать направление, блин. Видеть, куда ехать. Да тут, наверное, через болото и поедем. Сейчас вот сюда, вот здесь вот поставлю. А там уже доеду туда, а там уже будем посмотреть, так сказать. Все, всем приятного просмотра, погнали. Диски аж блестят. Все так детализировано именно машинки. Мощный автомобиль. Тихо. Вечереет. Как только вечереет, начинается какой-то лаг такой странный. А может. Драйвер, ну я хотя сколько не меняю драйвера, все равно какой-то лаг происходит именно вечером. Когда в игре наступает именно вечер, такой период суток, какой-то лаг происходит, а потом еще нормально, ночь там, утро, вообще без этого самого, без лагов, все плавненько. Так кто его знает, может из-за модового этого, модовой графики,
модпак к графике, как там. Может, из-за этого надо обновлять, а это... А по сути никак. Ну, этот человек вроде как уже не... Ну, по крайней мере, я слежу за ним. А Дега модпак, это его графа. Пока я так не видел, не знаю. Ничего такого он не обновлял, не знаю. Хотя, может, она не требует обновы никакой. Какие-то дополнения, может. Может, в самих настройках. Хотя тут настроек тут, да, практически нет. Это с таурадера там, о, да. Наверное, вообще не лагает, она графа помощнее. Ну, бывает там при сохранке, а так. У меня снова рано вроде. И компьютер, правда, шумит. Греется, но сейчас не так сильно греется. Тут прохладно, и плюс я поставил ему этот самый кулер другой. На этот самый. На процессор. Но все равно шумит из-за, ну, то что там. Это самые графы, наверное. Так, стоп, я, наверное, проехал. А, да. Задумался, где-то сзади, назад надо сдавать. А где ж там, блин, дорога? А, вот она. Так, а где тут нету блокировок? А, вот блок прицепа. Хорошо, что есть блок прицепа. Дам назад спокойно. Зачем? Да, в SnowRunner'е требования повыше, конечно, то и комп греется. Ну, не так, чтобы греется, но все равно. Вот что я заметил, что в игре Tomb Raider, я там прохожу на другом канале, то комп еще сильнее греется, хотя там вроде требования, ну, вроде как характеристики поменьше. Ниже, чем в SnowRunner, ну кто его знает. Так, сейчас отметим, где тут, блин. Вот через топливную станцию. Ну хотя бы сюда доедем. Там будем где-то сворачивать болото. Болотник. Держать.
Оно если в колею заехать, ну блин, ну, левый борт все равно уйдет, там такая яма. Сейчас заправимся заодно. Порядочек. Так, ну вот я до этого болота и доехал. Ну, а как тут по-другому, блин? Куда тут заезжать? Тут вряд ли. Да не, как-то сюда и надо выруливать. Не знаю, хоть бы там не утонуть. Я взял полотника, я думаю, с ним. Да, я уже по воде еду. Ага, вот, отлично. Так, едем аж до самого. Ну вот в этом самом Мадранере вообще холодный был. Требования вообще были мизерные. А игра сама, ну, классно нравится. Так, куда-то я доехал. Поверну я тут, не поверну. Там вроде ж не нарисовано ничего, никакого леса вроде нет. Там какая-то дорога идет вон. Что за дорога, если ее нету на карте? За хрень. Ломаем этот сухостой. Ну, болотник красавчик. Видите, ну тут такая тропа непонятная. Хрен поймешь. Ну ладно, выехали. Нормально. Пилочка. Спрятали ее. Итак, да вот две штучки осталось. Камазик наш. Камазик. Блин, заправить, не заправить его. Посмотрим, куда нам ехать на нем. Опять надо разворачиваться. Ну, вот лесопилка, блин, рядышком. А, так тут, блин. Что тут ехать? Сейчас развернемся. Ну, значит, где-то тут. Поймешь. Либо. Там УАЗик стоит. Ладно, сейчас туда доедем, а там будем посмотреть. Ух-ух-ух, разворачиваемся, ребятки, разворачиваемся.
любимый КамАЗ. Так, не утону. Мощный. На второй, блин, вот такой трясильный, блин, грязюки. Хорошо идет. Поеду я через болото, через это. Там вроде дорога была, как бы должна быть. Ну, посмотрим сейчас.
Да, вот какая-то дорога идет. Липочка. Есть. Так, где наш кразюра? И заключительная
лесопилочка. Где она, блин? Последняя лесопилочка. Так, не понял юмора. Вот она, блин. Как мне туда? А, тоже как КамАЗ ехать. До этого, блин. Ой-ой-ой, какого хрена? Что у нас такое, блин? Так, вот сюда вот. Переплываем. Где это, блин? Стоп. Где она, блин? А вот. Вот она. А не. Хотя можно. Не, там, блин, там. Там закрыт, там блокпост закрыт. Никуда мы не переплываем. Короче, сюда доедем, там будем посмотреть. Там, скорее всего, да, объезжать вот сюда и нам. Поехали, блин. Так, где тут, блин? Ох, ё-ё-ё-ё, надо заправить, подожди. Блин, друг, Олег раз. Надо заправить, блин, ну нафиг. Сожрёт сейчас, блин, я. Сейчас брак. Братка заправит. Подзаправить немножко. Да ну блин, там почти полбака, ну и нахуй. Раз здесь раз. Что там говорит? Тартанул.
смотрим, блядь, куда она мне. Я понял. Блин, это аж сам забор. Правильно, нам ехать аж до сюда. Однозначно. Так, ну блин, я зря так выкатился. Можно сказать, мы и добрались. Карта мне, в принципе, понравилась. Хорошая карта. Насчет дорог тут вообще, ну, есть, были там нюансы, но, в принципе, оно даже по кайфу. На том же Зиле 157 проехать по такому бездорожью. Ну, КРАЗы вот эти все, КАМАЗы, конечно. Круто очень. Все в меру, так сказать. Спасибо автору. На следующий раз уже завтра уже скачаю еще одну модовую карту. Будем катать, ребята. Так, а я хоть правильно приехал? О, блин. А чё же я так поехал? Прикиньте. Вот это я газанул. Вот это я тормознул. Где ж та лесопилка, блин? Блин. А где же она, ё-моё? А вот она, блядь, в противоположном. Охренеть, вот это я дал жару. Вот это я дал жару. Вот это круто я дал. Также еще не все. Блин, я правильно тогда наметил. Я просто перепутал, видите, блядь. Оно же меня сразу показывает. Вроде ж должно сразу на автомобиле на фиксироваться, блядь. А нихера, фокусироваться. То есть оно нихера, блин, перекидывает, блядь. Поехали, блядь, назад, блядь. Вот я дал, а. Там, ну, блин, разбросано все, все эти, блин. А я смотрю, КАМАЗ стоит, думаю, блин, а что он там стоит? А я уже туда привез. Так, сюда не выкатить. Да ничего, топлива хватает пока. Ой. Давай, 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 давай. Блин,
ехать сюда и обратно. Тут вот так вот. Потом на этот, на асфальт, на асфальтную, блин. Все, я понял, поехали.
Опа. Перепад такой просто. Так, до сюда едем. Ничего, прокатились немножко. И без того. Кразюра мне офигеть понравилась. Красавчик просто. И прямо к высотке. Как-то так, друзья мои. Ну что, на сегодня все. Спасибо автору за карту. Вам, друзья, спасибо за просмотр, за лайки. Ну и до встречи на следующей модовой карте. Всем мира, добра, здоровья. Да и до встречи, друзья мои.